Уважаемые гости, перед вами появляется самый старый действующий паровоз российских железных дорог. Он построен в 1905 году. История паровоза в серии УВ «Овечка» началась в 1890 году. Эскизный проект паровоза был разработан инженером службы тяги Владикавказской железной дороги Вацлавом Лопушинским, а рабочие чертежи выполнили конструкторы Коломенского завода. Долгие годы паровозы УВ являлись основным типом грузового паровоза на отечественных железных дорогах. Их выпуск продолжался до 1928 года. Многие из них служили в бронепоездах, а последний паровоз серии УВ ушел с железных дорог в 1964 году. Локомотивом управляет машинист третьего класса Гуков Вадим Леонидович.